Полость Сёна. Сюжет аниме начинается с того, что главная героиня не может говорить, потому что у нее мысли путаются. И она вынуждена... Привет, сегодня я расскажу про такое интересное аниме, как «Жизнь в стихах». Аниме вышел в 2019 году в жанрах повседневность, комедия, школа сёнэн. Сюжет аниме начинается с того, что главная героиня не может говорить, потому что у нее мысли путаются. И она вынуждена писать, что хочет в тетрадке, и показывать людям. И она так натренировалась, что начала писать стихи. Кстати, у главной героини есть свой блог. Опенинг и эндинг довольно приятно слушать, а за персонажами довольно интересно наблюдать. Что я могу сказать в итоге? Аниме вышло интересным и увлекательным. Всем рекомендую просмотру, кому нравится такой жанр. На этом все. Всем пока, увидимся в следующем видео.